Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Сегодня я покажу, как можно сделать шишки из арбузных семечек. Беру шарик из фольги и формирую из него капельку. В основании протыкаю, чтобы подклеить проволоку. Перед тем, как начать клеить арбузные семечки, их надо потереть друг об друга, чтобы удалить сверху пленку. Начинаю клеить острым концом вниз. Первый ряд приклеиваю 3 семечки так, чтобы они сверху плотно прилегали друг к другу. Второй ряд еще 3 семечки. И вот так продолжаю обклеивать капельку из фольги семечками в шахматном порядке. Вот здесь осталась пленочка, и поэтому семечко не приклеилось. Приклеиваю ее заново. Когда вся капелька из фольги заклеена и ее не видно, наша шишка готова. Шишки можно оставить натурального цвета, коричневыми. А можно затонировать любой краской, какая у вас есть. И присыпать блестками.
Из таких шишек можно сделать вот такой букет или украсить любую новогоднюю композицию. А я желаю вам творческих успехов и вдохновения. Всем пока-пока и до новых встреч!